и музыка. Как всегда у нас начинается с музыки. Теперь мы света не можем. Вот хорошо. В этот праздничный день, даже можно сказать больше, в этот праздничный международный день хочется всех поздравить, не только тех, кто в зале, но и тех, кто на сцене, и пожелать им, и рассказать немного о нашем театре. Нашему театру скоро 15 лет. На сцене выйдут и оперы, и балеты, и водевили, и сказки. И вот сегодня у нас вечером торжественно, шумно пройдет Риголетто. На роль Риголетто приглашен трижды народный, четырежды лауреатный, солист всех самых-самых-самых больших театров. Иван, как же его звать-то? Иван, Булкин, очень просто. И его с нетерпением ждут. Так, так, так. Что у нас на сегодня? Так, совещание, зарплата, обед. Так. Надо размяться, не чешу. Да. Михаил Владимирович, можно? Что случилось, Елена Васильевна? Спектакль «Риголетто» отменили. Как отменили? Василий Витальевич сказал, что у него завтра гастроли с нашим симфоническим оркестром в Камызяк. Он не может. Да вы что, с ума там что ли все посходили? Какие гастроли? Ко мне приезжает сегодня солист больших и малых театров Иван Булкин, народный артист, между прочим. А вы тут своими гастролями, что я ему скажу, а? Ну, не знаю. В общем, Риголетто заменили на кота в сапогах. На кота в сапогах? Иди уже, уволю всех. Все сам, сам, все сам. Кто там? Разрешите? Ходите, ходите. Здравствуйте, здравствуйте, Иван Васильевич. Вы, наверное, устали с дороги. Присаживайтесь. Да нет, что вы, я на самолете, да. Вы на самолете? Да, кстати, вы мне билетик оплатите, да? Оплатим, оплатим. У нас театр богатый, это вам не какой-нибудь там. Это Астраханский государственный музыкальный театр. Конечно, оплатим. Ну, когда Риголетто? Риголетто? А Риголетто отменились. Как отменили? Почему? У нас стену завалял. Да вы что? Да вот я вон он внизу распевается. Вот, си бемоль взял, ну. Какой еще си бемоль? Си бемоль в нашем театре. Вы что, смеетесь, что ли? Это же небольшой театр. Да у нас вообще теноров нету, если честно. Что вы тут где? Понимаете. Вот с вашим тенором. Ну, а я-то зачем приехал? Ну, вы не волнуйтесь, не волнуйтесь. Мы что-нибудь придумаем. Вот что, отличная пушистая мысль. У нас Риголетто заменили котом в сапогах. Сыграете кота и все. Кота? Ну да, что? Кот в сапогах, между прочим, у нас. Знаете, какие отладили на кота в сапогах? Это вам не Риголетто какой-то? А вы с ума сошли? Я трижды народный и четырежды лауреат. Солист больших и малых и огромных. Вот мой репертуарный список. Вот первого числа я был в Большом театре. Второго в Мариинке. А у третьего у меня был грипп. Не люблю петь больных. Но я все равно спел в Новосибирске. Вот пришла очередь до вас. А вы мне кота какого-то. Что-то мне это напоминает. Хотя, впрочем, если вы мне заплатите... Заплатим, конечно, заплатим. 700 рублей. 700 рублей? Ну, у нас солисты такие деньги за неделю не зарабатывают. Ну, ладно, ладно. Иван Нина, 760. Между нами говоря, я ведь Риголетто только на выезде пою. А в большом-то ведь я тоже кота играю, да? Знаете, всегда мечтал сыграть людоеда.
людоеда? Ну нет, на людоеда надо прослушиваться. Пожалуйста, я вам сейчас спою. Людоед у нас и свой есть. А вот с котами сейчас напряженка. Они у нас на выездах все работают. Вот. Да и к тому же нашему людоеду послезавтра Кармен Тореадора петь и Малатеста учить. Нет, нет. Кота, кота и все. Ну как же, как же. Кота. Готовятся все. И слышите, за кулисами, в гримерках идет подготовка. А теперь пять неунывающих артисток балета со своим номером «Театральная танго». Легко. Глаза. Это что? Ма. Легко. Глаза. Это что? Господи, да когда же вы увольняться-то перестанете?
тобой часто не совпадают. Мне иногда кажется, что мы друг друга просто не слышим. И еще, я всегда хотела тебя спросить, почему ты не смотришь мне в глаза? Хоть иногда поднимай голову и смотри в мои глаза! Может, ты, наконец, прочитаешь мне, что цепь можно было бы и сдвинуть? Уже вторую неделю. Как я соскучилась. Я часто прохожу мимо нашего места, а там почти всегда чужие лица. А помнишь, как мы зажигали, как нам было хорошо? Я так мечтаю это повторить. Вечер, и я с трепетом жду звонка. Звони, ну звони же, звони! Звонок начала спектакля. Прошу артистов, занятых в начале спектакля, пройти на сцену. Скорее заявить свой собственный театр, теремок. По мотивам русской народной правды теремок во времена далекой демократии задумали звери построить новый тюремок. А старый? Ой, старый негодность пришел. Пришла, знаете ли, мышка, далеко не наружка, в новый тюремок. Старость грызла давно. Кризис, говорит. Кризис. Даже не спрашивает, обживается. Но от жадности к вам и от глупости. Но от подлости к вам и от глупости. И еще от пусть отпад. Не поможет свой товар. Как тебя зовут? А меня не зовут. Я сама прихожу. Что хочу, то и мучу. Че? Думаете, шучу? Что ты в болоте живешь? И цыплят? Не закатишь со мной. Спасибо. И вам спасибо, что пришли. Знаете, без меня. Ой,
что я с вами трусы? Очень страшно одному мне в яме сыть. Стали расширяться. Тут ой, лисичка идет. Говорят, я плутовка бесстыжая, что же не буду того отрицать. Я красивая, умная, рыжая и люблю свои роли играть. Мне бы стать знаменитой актрисою, ведь таланты для этого есть. А приходится быть эгоисткою и использовать хитрости лень. Знаю, что вы победила, только жить хочу, красиво я хочу, красиво жить. Налоговичка, с вас налог. Налоговичка. На строение. На сделку. Подоходный налог. Ну и на воду. Заодно. И дыки на мышите. Так не одну зиму перезимовали. О, боже, что он едет мимо волчок. Серый пиджачок. Кто-кто в тюремочке живет? Кто-кто в поднебесном живет? Да кто тут только не живет? Да пальцы только не несет! Вы знаете, тут товарищи по соседнему тюремку посоветовали. Светлую речку, помни нетронутый лес. Ходит бывало овечка, никто овечку не ест. Травка, цветы незабудки, мама печет пирожки. Кушай, мой мальчик, пока твои зубки. Товарищи, сейчас мне чайку выпить. Конечно, все, конечно. Чайку, вот отстань уже. Бігай-ка на попий. От що я вам, друзі, скажу. Вас когда накормлю, сама не знаю як. Обед не готов, вчерашний лишь плов. Сегодня же нет, знаю я. Ведь я искусство, так люблю. Не
Маргарита. Я Маргарита? Ребята, легче сердце, я просто. Ой, ну, конечно, чуть-чуть ты грешна. Желудок каждого плюю. Ведь я не Рита, я Маргарита. Нигде на свете нет красавицы такой, ой. Идем, Кико, пойдем. Мне бы домик побогаче, с телефоном или без. Дайте мне скорее дачу, чтобы я в нее залез. Мне доложили, что у вас крыши нет. Считаете, что в мае она у вас будет? Что-то мне ваше лицо знакомо. Своих нужно знать в лицо, товарищ. Товарищ? Мишка-шалунишка. Мишка. Мишка-шалунишка, Ну тогда придется поделить территорию. Пройдемте, товарищ. Мечтает о резине новой, к своей новенькой машине. Но больше всего мы всегда мечтаем, чтобы сесть дружно за столы дубовые, скатерти белые и отметить наш любимый праздник с Днем театра, друзья! Thank you.